Привет всем, меня зовут Анастасия. Как вы думаете, празднуют ли в России День Святого Валентина? Да, День Святого Валентина, или как его иначе называют День влюбленных, празднуется во многих странах мира, и Россия не является исключением. В этом уроке я расскажу вам о том, как именно празднуется День Святого Валентина в России. Знаете ли вы, какой праздник очень похож на День Святого Валентина в России? Мы покажем вам ответ в конце этого видео. В России День Святого Валентина отмечают каждый год 14 февраля. Это относительно молодой праздник для России, так как отмечать его начали только с начала 90-х годов 20-го столетия. Праздник носит сугубо светский характер и не является религиозным праздником. Хотя День Святого Валентина отмечают главным образом влюбленные пары, в России также поздравляют и друзей, у которых пока нет пары. По традиции, вечером влюбленные устраивают романтический ужин дома или в ресторане. Многие кафе и рестораны в этот день предлагают специальные праздничные меню и развлекательные программы. В этот день любимым людям принято дарить валентинки – небольшие открытки в форме сердца, как правило, красного или розового цвета. По традиции валентинку не подписывают, так как считается, что сердце само должно подсказать, кто отправитель любовного послания. Любимым также дарят различные небольшие подарки. Это может быть шоколад, плюшевая игрушка или даже ювелирные украшения. В последнее время также стали популярны букеты из конфет и маленьких плюшевых игрушек. Многие люди верят, что любимому человеку нельзя дарить часы, так как это может привести к разлуке или ссорам. Суеверные люди верят, что часы отсчитывают время, которое влюбленным осталось провести вместе. А теперь я отвечу на заданный ранее вопрос. Знаете ли вы, какой праздник в России очень похож на День Святого Валентина? Это День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Праздник был основан в памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями счастливого брака и любви. Как вам урок? Вы узнали для себя что-нибудь новенькое? А как в вашей стране отмечать День Святого Валентина? Вы можете оставить для нас ваши комментарии на russianpod101.com. Увидимся в следующем уроке.